Заболеваемость коронавирусом в районе Басарабяска снизилась. За последнюю неделю октября Центром здоровья было зарегистрировано всего 9 новых случаев. За аналогичный период в феврале этого года ковид был диагностирован у 62 человек. По словам семейного врача Людмилы Мамаука, люди сейчас болеют в основном в легкой или средней форме. В районе Басарабяска заболеваемость ковидом, в принципе, уменьшилась, да, по сравнению с началом года. Люди стали более грамотные, знают все симптомы, знают, как протекает заболевание, и они обращаются, большинство, своевременно, да, и есть даже те, которые обращаются, даже и не думают о том, что у них ковид-заболевание, то, естественно, мы их тестируем, как всегда, и таким образом тоже выявляем. Пациент Людмилы Мамаука Петр Катане пришел на плановый осмотр. 73-летний пенсионер из Басарабяски перенес коронавирус уже трижды. Каждый раз заболевание протекало по-другому. Ну, первый раз я имел температуру где-то 2 дня. Ну, такая температура была где-то 38-38,5. После этого где-то месяц, по-моему, я дней не слишком себя чувствовал. Второй раз прошел тоже так же, как и первый, но это было после вакцины. После вакцины на второй-третий день началась температура и были головные боли. Третий раз у меня не было ничего. Как считает господин Катане, именно вакцинация помогла ему снизить тяжесть осложнений. Я верю в том вакцине, верю. Сейчас будет вакцина опять же по гриппу, уже пришла вакцина, и буду вакцинироваться я и жена. Семейный доктор также согласна с тем, что вакцина помогает облегчить течение болезни и снизить тяжесть последствий. Чаще всего те люди, которые прививались, у них осложнений намного меньше. То есть само течение ковида намного протекает легче, чем если бы этот пациент не вакцинировался. На ноябрь 2022 в районе Басарабяска вакцинировано порядка 30% населения. Это на 10% меньше, чем в целом по Молдове. Немножко снизилось, будем говорить, процент, но дело в том, что большинство, те, которые вакцинировались дважды, уже получили и третью вакцину. Пока о четвертой речи не идет. Среди басарабчан существуют разные мнения относительно вакцинации. Кто-то искренне верит в эффективность прививки от коронавируса, а кто-то категорически не согласен вакцинироваться. Молодые люди, они переносят более, как бы, легче, а уже в таком возрасте, после 40, я считаю, что надо прививаться, чтобы организму была помощь какая-то. Нет, у меня сердце больно, мне нельзя. Да, я вакцинировалась 3 дозы, первые 2 спутника, уже сейчас Pfizer последняя. Так как я медик, я считаю, что вакцинироваться надо всем, и она помогает. Один раз это Johnson & Johnson, второй раз спутник V, перевакцинацию сделал. Ну, так хотя бы не заболеешь. Люди говорят, что помогает. Не могу сказать, я не вакцинировалась. И у моей семьи никто не вакцинировался. Руки я всегда мыла с хозяйственным мылом, не мыла чем-нибудь. Даже нос вот вдыхала, тоже мыльную воду. Их было 2, я 2 раза был вакцинирован, я уже не помню даже. Значит, вакцинация очень много помогла, потому что мы перенесли ее в легкой форме. Я знаю других, которые не вакцинировались, до вакцинации очень тяжело перенесли. Очень тяжело, буквально были в критическом состоянии. Вплоть до 24 апреля прошлого года пациентов с тяжелой формой коронавируса госпитализировали в ковид-отделение, которое находилось на 2-м этаже бывшего здания хирургии в городе Басарабяска. Трудно, потому что эти пациенты имеют осложнения от ковид. Еще этот COVID, эта форма ковида, когда была, это была дельта. Это форма, которая очень поражают легкие, и процент большой поражения, это представляете, когда не хватает воздуха. Я думаю, кто пережил ковид дельта форму, потом все вакцинировались, потому что настолько сложная форма, и это пережить все, я думаю, после этого не поняли, лучше вакцинироваться, чем еще раз пережить это.